Продолжаю проходить третий Dead Space. Нам нужно догнать Элли. Куда-то они свалили. И здесь за бортом где-то лазит здоровенный какой-то монстр. Не нарваться бы на него сейчас. Так, у меня температура падает, надо огонь искать. Я вообще правильно иду? Не пока... О, что такое? Цепь модернизации. Не показывает, куда мне идти по карте. Оу! Вот этот монстр, наверное, и орёт. Так, мне вон туда? Или вон туда? Упс! Где? Перезарядочка. Да ты чё? Еще один мам. Так, вроде все. Эй, а чё с вас? Хоть один что-то дал. Температура 19, 18. Мне ключ нужен какой-то. Походу вот сюда. Надо срочно согреться, а то Айзик замерзнет. 15 уже. Да ну тебе артефакт, нафиг ты мне нужен. Где, чё? Нет, тут ничего нет, я думал, тут лежит ключ. А тут ключа нету. Да слази быстрей. 10. Восемь. Стоять. Да открой. Так, вот здесь, наверное, согреться можно. Бот получен. Сообщение текстовое какое-то. Давай прочитаем. Начало сообщения. Так, текстом. Чё? РД Самуэль Акерман. А, рядовой Самуэль Акерман. Не знаю, парни, может, вы и догадались оставить что-нибудь на сковороде в РС-9. Но у нас шаром покати. Сержант. Принято, рядовой. Мне тут еще целый взвод кормить. А провизии в обрез. Рядовой. Что насчет склада? Должна же там быть провизия. Ну же, подкиньте ключик голодному солдату. Сержант. Прости, Акерман, распределением провизии занимается Ламли. Уверен, он пришлет продукты с первой же возможностью. А пока затяни пояс потуже, как и все мы. Конец сообщения. Жрать тут было нечего. Так. Откройся. Так, возьму-ка я опять дробовик. Подожди, а чё я не согрелся? Обойма, возьмись. Надо согреться. Говорит станция «Алло». Дружеское напоминание от командования. Отмечайте в вашей продуктовой карте каждый прием пищи. Мы ведь не хотим, чтобы кто-нибудь остался голодным. А теперь кое-что для поднятия вашего настроения. Угу.
Так, может тут и еще что-нибудь лежит интересное? Да вроде бы нет. Ладно, пошли дальше. Так, мне нужно... Ух ты, ух ты! А, перезарядка! Блин, а вот это вот шняга, который с электричеством-то неплохо бьет их. Так, давай-ка зайду я согреюсь и потом рвану вперед. Говорит станция «Алло». Дружеское напоминание от командования. Да я ж тебя слышал уже. Продуктовые карты каждый прием пищи. Мы ведь не хотим, чтобы кто-нибудь остался. Так, 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 так. Я слышу ББ. Где они? О, 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 о. Все, иди собирай. Так, 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 так. Мне куда-то сюда, что ли? Эй-эй-эй-эй-эй. Упс, я промахнулся. Уйди! У меня же есть гранаты. Да... Ух ты, какая медленная перезарядка-то у этого дробовика. Но он достаточно мощный. Бери. Так, 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 я вижу что-то. Патрончики. Еще патрончики. Стоять! Да, перезарядочка у него капец какая. Медленная. Точнее, не перезарядка, вот между выстрелами. Я, кажется, где? Вон он еще. Ох ты! Где он? Я опять замерзаю. Так мне куда идти? Я не пойму. Вот сюда, что ли? Я что-то взял. Иди. Или не взял? Ты еще не сдох, что ли? Встает опять. Да какой же ты живучий, а? Опять от ББББ. Мне согреться нужно. Я прибежал отсюда или вот отсюда. Огонь, огонь, дайте мне согреться. Воу. Куда-то сюда. Иди. Я что, сам себя подорвал? Опять сам себя подорвал. Да вы, что вы не это? Так. Мне нужно согреться опять.
02. Ты кто такой? Бакл? Айзек? Мне кранты. А, где все остальные? Они направились в исследовательскую лабораторию на хребте. Мы нашли зимние комбинезоны, но этого было мало, и я решил остаться. В подвале могут быть еще. Могут быть? Лифт не работает. Мы услышали какой-то скрежет внизу. В общем, мы не проверили. Бакл? Глава 9. Бакл замерз. Так. Как мне вон туда пройти и включить? Включить обогрев. Вон оттуда как-то что ли можно пройти? Закрыто. Надо шестеренку? А где мне ее взять? А, вот же проход. Оп, ящичек. Надо перезарядить все оружие. Станок. Чё, модуль? Обнаружение мин? Давай, заводись. Так, отлично. О, шестеренки. Все ништяк, сейчас я за вами приду. Опять здоровенная детина там где-то лазит. Где проход? О, я запутался. Я ж хотел выйти и собрать. Так, капну-ка я аптечку. Вот здесь всякие припасы остались. Так, теперь пойдем сбегаем к станку. Че у меня тут? Эй, я же нажимаю. Не понял, а че не работает? А, во. Что-то глюкануло. Модуль обнаружения мин. Стазисная оболочка. Плюс 2 урон, минус 1 темп стрельбы. Мне для дробовика бы темп стрельбы увеличить. Модификации. Так у меня и так тут темп стрельбы везде. Везде стоит темп стрельбы. Так, в сейфе чё? Вот это давай продать. Да. Это продать. Это продать. Это продать. Пока что так. Ну. Пошли ставить шестеренки. Так, где проход? Одна сюда. О, лифт уже заработал. Погодь, а где я еще видел? Где я еще видел? Шестеренку нужно воткнуть.
Здесь, что ли, в этой комнате? Нет. Что-то мне показалось, что есть место еще, куда нужно установить шестерню. Ладно, пошли сюда. В процессе. Он говорит, там в подвале какой-то шум. Говорит рядовой Сэм Акерман, 41-й инженерный. Я говорил им, что нельзя есть зараженную плоть. Они стали меняться, стали бояться света. Луч моего фонарика приводил их в дикую ярость. Я сломал лифт, чтобы запереть их внизу. Господи, успокой их души. Он их где-то запер. Тех чуваков, которые начали меняться. А ну, наверное, вот это вот. А как открыть? Чё-то какой-то скелет ходячий. Бот ждет на станке. Там мне стандартная компактная станина. Там бот. Так, погоди. Там бот у меня все понасобирал. А сюда? А здесь прохода нет. Оголодавший, истощенный солдат-зомби будет на нас сейчас нападать. А может, вот эти вот сейчас оживут? Куда он делся? Пусто. Вон они сидят. Стоять. Так, опять я хотел гранатку кинуть. Эй, я же нажимаю. Так. Автоматик. Вольфрам. Надо перезарядиться. Я не пойму, у меня еще один бот, что ли? Нет. Вольфрам. Металлолом. Что-то у них дохрена вольфрама. Значит, нужно будет что-то здесь мастерить. Так, аптечка, давай сожрем. Обойма. Вот еще что-то лежит. Еще обойма. Так мне куда? В эту дверь? Ну, пошли. Куда Элли-то подевалась? Сюда-то она точно не ходила. Ее бы здесь сожрали. Личный дневник Сэм Акерман. Вот уже 3 дня я сижу тише мыши, прячусь во тьме. Мне надо добраться до передатчика, вызвать помощь. Думаю, я смогу пробраться мимо них. Если бросать мелкие объекты, они отвлекутся на шум. Акерман! Это ты? Я чую тебя! Я чую запах! Свежего мяса! Этот Акерман прятался от своих же. Вон он. Бумс. Я промазал. Перезарядочка.
Ну, точнее, да откройся. Зараза, он сзади зашел. Сколько их там? Так, что они сзади придут? А, привет! Да какой бот, ты чё? Бот-то откуда у меня в руке взялся? Опять я хотел посмотреть, и он вылез, да ты чё? Вылезите? Посмотри, лезут и лезут. Так. Я не пойму, они бесконечные, что ли? А, я только перезарядку нажал. Их тут целая рота была. Ну, вроде всех перебил. Металлолом. Цепь модернизации. Плюс 2 урон, минус 1 обойма. Так. Я здесь смотрел. По-моему, мне нужно, наверное, помп-рум. Сюда, что ли? Задача до сих пор не показывается. Запер. Ладно. Это второй бот, что ли, у меня? Я понять не могу. Ладно, собирай ништячки. Я пошел дальше. Воу! Так, а эти баллоны взрываются? Danger. Нет, не взрываются. Вот стопудово сейчас слезу и начнут на меня нападать. Какие-то шипы непонятные. Цепь разомкнута, нет энергии. Так, откуда энергия-то дается? Так, отсюда, отсюда, отсюда. Вот этот подходит. Так, здесь этой штуки нету. Вот так, что ли? Этот вот так. Этот вот так. Не то. Вот верхний. Еще раз. Вот так. Все, цепь замкнута. Готово. Что это такое?
успеть? Стазис. У меня стазис заряжен. Еще надо... Мне куда-то вон туда нужно, что ли? Так, стазис я забыл уже, как пользоваться стазисом. Ой. Так, не вот сюда, видимо. Дженни. Так, цепь. Ага, здесь нету этой штучки. Так, а здесь этой нету, да? Хорошо, если я сделаю вот так. И вот так. Все. Готово? А, нажать надо? Успевают до меня добежать, когда я стреляю с дробовика. Перезарядочка. Сбор ресурсов. По-моему, я там еще вольфрам взял. Так, а мне куда? Мне, наверное, вон туда, да? Ой, я промазал. Так, мне вот сюда. Пока что спокойно. Так, аптечку я съем. Вот как раз маленькие аптечки. А я, наверное, сожрал большую, да? А, мне нужен верстак. Мне нужен верстак, чтобы слить все эти аптечки и сделать себе большие. Ключ базы снабжения. Сержант Кокран, возьмите этот ключ доступа и отправляйтесь на склад 212. С тех пор, как произошел тот инцидент с Франклином, прошла уже неделя, от сержанта Ламбли так и нет вестей. Надеюсь, мне не нужно напоминать о важности припасов. Выясните, что случилось с Ламбли, и самое главное, позаботьтесь о сохранности нашей провизии и боеприпасов. Так, чё, пистолет медподдержки? Чертеж какой-то, да? Странно. Что за пистолет, надо будет потом посмотреть. Так, и что я ключ взял? Гардероб. Ключ взял, теперь мне надо наружу. Снаружи же был. Куда можно применить этот ключ? Арктический костюм был разблокирован. Продолжить. Сменить скафандр. Арктический костюм.
сделан из секретного синтетического волокна. Так. А здесь? Это то же самое. Так, ну давай сменим костюм. А то мой весь покоцан и не работает шлем. Все. С обивочкой, с нашивочкой. Шерстяной воротничок. Все, ништяк. А, так, я хотел еще попробовать улучшить броню. Вот, у меня вольфрама 123 есть. Так, мощь. Так, давай все-таки броню. Да. И еще могу. Да. Так, энергия. Ага, у меня вольфрама не хватает. Здесь тоже. Кинезис. Да. Мне нужно опять искать вольфрам. Ну, отлично. А, я пришел обратно, вернулся. Все, понял. Локатор. Удерживайте Б. Подожди, сейчас я удержу Б. Из лифта выйду. Да, он, скорее всего, мне показывает. Блин, напугал лифт. Он мне показывает в этот склад. Бот ждет на станке. Отлично, он мне ресурсов понасобирал. Так, мне нужно что сделать? Аптечки. Так, стандартная. Цепь обойма. Так, ресурсы я не вижу. Вольфрам 74. Продолжить. Первым делом. Т. Продать. Да, да. Так. Блин, не то. Пистолет медподдержки. Компактный. Так, это он стреляет дротиками. Быстро вылечит любого. Для кооперативного режима. Нет, мне этот пистолет. Пистолет поддержки не нужен. А, подожди. Подожди. Я же могу, наверное, сделать вот эту открыть. Цена 20. Да. Теперь сюда могу сделать темп стрельбы. Темп стрельбы и урон. А, здесь хватит? Хватит. Давай еще темп стрельбы для дробовика я улучшу. Так, а здесь что у меня? А, здесь все у меня забито. Уроном забито, перезарядками забито. А, темп стрельбы, в принципе, стреляет быстренько. Можно урона добавить. А, вот урон и темп стрельбы. Отлично, вот так вот. Ну и все, остальные тут крутые улучшения. Все, на этом, наверное, я серию заканчиваю и продолжу в следующий раз.